Мне сегодня 36, возраст замечательный. Распрощался с детством я сегодня окончательно. Больше не играю в игры, не хожу на пати. Просыпаюсь в 6 утра, в 10 я в кровати. Ем здоровую еду, хумус с авокадо. Лишний вес мне ни к чему, мне лишнего не надо. Каждый день, как день сурка, 7 пятниц на неделе. И вроде молодой пока, и в здоровом теле. Но седина на голове, а на лице морщины. Скоро 40 стукнет мне, грустная картина. Кубики на животе уже в далеком прошлом. Но вера есть еще в себя, занимаюсь спортом. Знаю, ждут меня еще великие победы. Но так хочется порой поспать после обеда. И хоть молодость моя бурная была, знаю, ждут меня еще великие дела. Мне сегодня 36, есть что пить и что поесть. Есть машина, есть работа, мысли завести енота. Есть квартира, дача есть, сотни книг успел прочесть. Есть друзья и есть семья. В общем, в целом, счастлив я.